Всем большой привет, подписчики. Продолжаю тему про легкое накрытие для каких-либо сельхозпостроек, в частности полиэтилен на покрытие вугола для кур. В предыдущем было показано, как его делать на растяжках с помощью бутылок. Но еще одно важное дополнение. Для того, чтобы он остался у вас и не снесло его любым ветром, я применил вот такие вот штуки еще дополнительно. По диаметру дуги, немножко больше, вырезаются вот такие вот клипсы, крепления из пластиковой трубы. Точно такая же труба пластиковая, вот она от дуг большего диаметра. Нарезается с помощью болгарки вот такие кусочки по 5 сантиметров. И прорезается вдоль. Получается вот такая вот клипса. Она хорошо закрепляет полиэтилен на дуге. То есть способ крепления вот такой. Вы полиэтилен вдоль дуги обворачиваете. И этой клипсы вот так вот расставляю. Прищепляете. Получается зажим. И у вас полиэтилен не сдувает ветром. А цена вопроса 3 копейки. Такими клипсами можно полностью укрепить ваш покрывной материал. Спасибо всем за внимание.